Народ, привет. Привет! Всем привет! Сегодня у нас такая вечерняя прогулка будет. Смотрите, какой небоскреб прям сзади. Как Наташа сказала, все сидят в офисе. В офисах? Да. Представляете? А сейчас, между прочим, 7 вечера уже. Решили прогуляться до Эльвах Дамол, просто показать вам такую прогулку по обычным улочкам Абу-Даби. У нас уже есть прогулка, где мы гуляли по бутикам, по Emirates Palace, Эльвата. Мы вам показывали его вечером. Посмотрите видео обязательно. А сейчас мы просто идем вот в таком месте. Там Эль-Хосен находится, замок. Дальше наш отель, офисы, небоскребы. Ой, мужик чуть не сбил меня. Вообще только что переходили на переходе, да, Наташа? Мы бежали. Так, мы бежали. С нами ехали скутеристы, велосипедисты, мотоциклисты. Чуть Наташа у кого-то не уехала на капоте. Мне кричал, excuse me. Я говорю, что excuse me, мне тоже. А он на велосипеде со мной. Так, у меня приоритет. Марк энд Спенсер, большой магазин. Кстати, заходи. Зайдем просто, глянем, что там есть, да, быстренько? Сейчас? Ну, давай. Ну, давай просто быстренько глянем. Вообще у нас Эльвах Дамол в приоритете, классный мол. Много распродаж было. Но хочется, ой, какого он здания красиво. Хочется все. Даша, стой аккуратно. А я не думаю, что это вход. Это надо где-то там заходить. Это не вход? Идем быстрее, машина. Да, слушайте, здесь, когда идешь и снимаешь видео, надо быть осторожным. Я не знаю. Но это не на капоте, нет. Уедем сейчас. У кого-то. Фу. Ну, ты с маски идешь, а я... Ну, я сбросила чуть-чуть. Говорят где-то, что нос можно сбрасывать, ладно. А так... Мы встречаем людей в масках, без масок. Раньше штраф был $815, 3000 дирхам. Сейчас не знаю. Я думаю, что так же. Так же, да. А с чего убирать? Не знаю, вот вход какой-то большой. Ну, идем туда. Ой, подожди, стой. Ёлки-палки, чуть... Ой, а ты... Да, конечно. Надо этот показывать. Не забываем, что войти в мол или в какой-то ДОС, нужно показывать программку Эль-Хосен, зеленую, да, только... где закачаны все ваши укольчики и палочки в носик. Иначе вас никуда не пустят. Выключайте. Да, наверное, камеру я пока выключаю. Здесь большие любители просить ее отключить. Так, тут... Подожди. Вот, вошли уже. О, золотишко даже есть. Красивая, эмиратская. Не знаем, как мол называется, кстати. Возле нас. Большой какой-то, прикольный. А вот и Марк энд Спенсер. Как-то уже показывали мы, что продаются. Ну, наверное, знаете, что не только одежда, продаются всякие вкусняшки. Вот 21 дирхам что-то стоит. Есть вермишелька всякие. Томатики покрошенные итальянские за 6 дирхам. Мы вообще сладости видели. Ну и магазинчик, что здесь может быть. Очень хорошая качественная одежда, но мы не скажем, что сильные распродажи есть. Из пластиковых бутылок. Recycling polyester. 119 из пластиковых бутылок. Ну, кому шортики из пластиковых это бутылок? Я заказывала. Так, ну... Что мы здесь хотели? Я... Труселя, по-моему, посмотреть, а если распродажа. Ну идем. Вот труселя здесь, конечно, классные. Мы уж про труселя рассказывали. В общем, так, немножечко посмотрим, что здесь есть. Если что интересное, покажем и будем дальше на улочку выходить. Вот, смотрите, великолепные труселятки. Нам просто цвета очень нравятся. Сейчас что-то они сегодня дорого, 55, но обычно бывают распродажи. Я вот дешевле покупала. Цвета просто классные, модели классные. Что? Да, 55. Если есть деньги, это, честно вам говорю, вот мы когда были в Киеве, да, в Киеве заметно дороже эти трусы были. Мы уже это упоминали в одном из наших видео, почем Дубай для народа, посмотрите обязательно. Ну вот, ну, расцветки классные. Так что. Ладно, распродаж пока нет, ждем, все, пошли гулять. Ну вот, нашли, есть такой SL, и 59, и 9. Наташа нашла такие хорошие лифчики по 19, да, 19 дирхам. Еще какие по 19, ну, вот и красные еще, да? Малиновый. Ну, по 19, конечно, если хорошее качество, это... А тут, это, смотри, тут кости. $5 где-то. Тут... Здесь кости, здесь нет. А здесь нет. Ну, это, наверное, более интересно. В звездах тем более. Да. А вот это я не поняла, смотри. Почему два таких же, я понимаю? Ну, два таких. А, это мягкие, за 49, видишь? А это два мягких. Да. А вон их, кстати. Ну, это же дороже получается. Ну, да, это дороже, потому что мягкие, наверное, не знаю. А вот были 110, вот 49. Ну, вообще, вот, конечно, красивый вот этот цвет, мне нравится. Угу. Классный. Мне не нравится. Слушай,
А ну подожди. Надо померить? Правда, мерится вот это вот. Не, ну если хорошие вещи уже подождем, время есть. А там, куда мы идем, можно померить. Это... Марк и Спенсера? Ну, да. Может, не такой большой магазин просто, потому что есть, бывают кусочки такие, маленькие магазинчики, там нету. Хотя бы знать свой нету. Размер. Все время это, ну, вроде 80. В общем, народ, у Марк и Спенсер рекомендуем, хорошие вещи здесь есть, но, смотрите, есть распродажи, и не всегда, конечно, есть дешево. Ну, красивый, и мне нравится, что он мягкий. И вот тут вот, ты смотришь, а вот это тоже, ну, подожди. Это тоже мягкий? Нет. Вот тут видишь, нет, с косточкой видишь, постоянно. Вот там в распродаже, значит, без косточки. Да, почему-то два с косточками, я ничего не понимаю. Это загадка. Это загадка. А два без косточек, ну видишь, потому что цвет красивый, этот малиновый, реально. Ну, вроде красивый, но мне эти звезды больше нравятся. Ну, звезды нравятся, так померь, правильно, народ? Ну, что? Если нравится, мне вообще этот, конечно, нравится. Такой веселый, да веселый просто. Ну, это полиэстер с костями, а сколько стоит? 39. А что 49 уже? 39. Смотри, а тут 40. Здесь 39. Ну, разница, что наверное. За фигня, непонятно. На вешалке такая цена, а это другая. Мне вообще вот этот нравится. Ну, если по цвету, например. Ну да, хороший цвет такой. Стоит? А вот 39. Ну, цвет 7, ну, $10, ну как, это белье. $10 для белья нормально. Ну, Марк и Спенсер, я, кстати, не знаю, но говорят, хороший. Ну, хороший, у нас же труселя-то есть. Труселя отличные вообще просто. А, ну, сейчас. Ну, хороший, хороший. Ну что, принимаем решение. Цены. Давай померим. Ой, цен говорю. Тут размеров-то нет особо. Ну, бери, который более подходящий. Штуки 3, идем мерить, как оно всегда делается. Нету. А тут большие сиси. 38D, это вообще огромные. Такие даже во сне. Супер сиси. Так, супер сиси, мне даже во сне не снится. Вот тут 30-20. Ну, вот этот вот, если он это. Ну, давайте, давайте. Пожелаем Наташе удачи. Да. Идем, вот сейчас где-то в середине должны уже быть. Кстати, Наташа, ну покажи лайфхак. Народ, иногда не разрешают мерить лифчики и труселя. Просто берете какую-то кенгурушку или футболку, заворачиваете, несете, меряете. Правда, эта кенгурушка, что мы взяли, Наташе тоже понравилась. Здесь, кстати, распродажа тоже есть. Это что за брючки, леггинсы 49. Ну, если Марк и Спенсер, это красота. И такая за 139... симпатичная кофточка, ну тоже такой, что за ткань такая, это не полиэстер полностью, полиэстер. Да, такая мягенькая. Может быть, ну в общем всегда есть сейлы, народ, смотрите. Не всегда, кстати, не всегда. Ну что-то есть, что-то есть. Главное смотреть. Ну, вот такие штаны. И что за штаники? Ну они какие-то, как они стоят, знаешь, 29, но они, знаешь, какие-то как. Да, как ретузики в зиму. Ой, приятный такой, что тоже, наверное... Вафельные ретузики в зиму. Вискоза, сан-сибалс, вискоза. А вон, смотри, какие ретузики. Ой, тоже с начесиком. Вы говорите, вот в Эмиратах жарко постоянно. Не постоянно, ретузики тоже нужны, тоже по 29. Цвет просто обалденный. А вот шортицы, кстати, неплохие. Ой, хорошая такая. Ткань такая, что за коллекция, 59. Ну, симпатичные шортицы. Ну, так, да. Ну как? Платьишко вот такое 99, смотрите. Тратить на это все. Симпатичное. Обувочку можно посмотреть. Ну, кроссовки, конечно. Не знаю, лучше уж покупать в каких-то магазинах, наверное, как Adidas. Это 119. О, купальнички, Наташа, за купальник. А мне тапочки интересные. Одна эта штучка 119. Одна 119? Это на топик купить и в трусах купаться. Вот такая почем. Кондорка 149. А цельный купальничек почем? 169. 169, я тоже 169, зёброчка. А тапочки почём симпатичные? Распродажи же видно. Сколько? 69. Мне вот это нравится. Такой, ой, это хороший, как... хороший. Скажи, как это называется? Как... Вельвет? Вельвет. Вельвет. Да. А почём? Ну и сколько у нас? 169. Ну, прилично, а конечно. Прикольный. И тут такие, это тоже чашка, и вот тут держится. Чашка и ложка. Не, прикольный. Ну, такой высокий. Все, идем мерить. Давай. Да не, я шучу, как бы просто покажу, что раздевалочки, ну такие интересные, с диванчиками. А было как-то, по-моему, в Дейраболе, что я зашла и негде было даже положить. Приветус, приветус. Так, Наташа выходит, это вот вещь, которую мы взяли, тоже классная. Классная. За 59, Марк и Спенсер. Ну тебе вообще классно она. Ну заразы, дорого. Наташа считает, что дорого 59. Это распродажа или нет? Да, по-моему. Это распродажа? Там висела распродажа. Ну, красиво. Ну вот,
Материал просто классный. Тебе в ней, знаешь, ты как такая спортсменка, и ты такая в ней узкая и худая, реально. А тут-то я не узкая, не худая. Сейчас я покажу, почему я узкая и худая. Прямо сейчас. Да. Не, ну классно. За 59. А, это этот лифчик, который... Ну, лифчик хороший, конечно. Смотрите, сколько он стоит? 19 дирхам. Смотри, 19 сзади. Дирхам. А смотри, как сзади классно сделано. Застежка ты имеешь в виду показать? Вот. А, вот. Для девочек, у которых есть что скрывать. То есть оно держит реально. Не то, что есть, оно не впивается. Ну, посмотрим, но оно не впивается в это, в тело. Вот тут вставка. Ну, отлично. Не, лифчик берем. Слушай, что ты думаешь о кенгурушке 59? Да нет, конечно. Нет? Там... Ну, если это 19, я просто схватила последний свой размер. Ну да. Все, Наташа довольна? Да, я довольна. Класс. Кузов тянули. Ну, вот так вот народ, кстати, вышли. Короче, вот такой шопинг в Эмиратах. Вы идете гулять, смотрите магазин, заворачиваете и шопинг. Так что вышли пройтись. Вот Наташа к лифчику своей мечты еще один присматривает. Что за комби такой, расскажи. Ну, это как ты как-то топик, увидела его, ну, Камибра называется. А тут как это? Как пружине, да? 125. Вот такая приличная цена. Ну, тоже это разные цвета, видишь? Что ты смотришь? Поможешь тебе? Не-не, смотрю, что уже, да, что девочки-рабки, мы их обходим. Все по 125. Вот такие вот коллекции. 140, но мне узоры нравятся. Очень красиво. А сначала я вообще подумал, что это огонь, а это цветы. Что сзади? Называется кроп-топ. Ты все кроп-топы разбросала. Это я сейчас подниму. Сверху одевается. То есть, видишь, угу. Не прикольно. Я все верну. Ой, это он, они смотрят. Ну, кстати, что удобно, смотрите, всегда есть модель посмотреть, как смотрятся. И труселятки, и топики. Вообще да, классно. Ну, вот уже такие модели. Ну, по 140, ну, елки-палки. Классные вещи, ну, прилично. Кстати, красивый цвет коричневый. Вообще на маленький такой, да, вроде вообще шикарно. Вот и на маленький, и на большой. А знаешь, как маленькие называются? Они даже не реально 140 стоит. Angel Bra. Angel. Angel Bra? Да, для Angel. Все, вот. А я это. То есть ты довольна, что он такой. Конечно, довольна. Я настолько довольна. Во-первых, у меня это первый лифчик от Mark & Spencer. Они считаются хорошими. Девочки рекомендовали. Во-вторых, это тут есть хлопок, да, как бы, и стрейч. А в-третьих, нету этих костей. И в-четвертых, я довольна за такую цену. 19 дирхам, побежали быстрее. Там реально, ты видела, остались только большие Д. Ну это да. Большая грудь. А у меня такой... Это лифчики далматинцы по 110. Вот спортивные такие, 140. Ой-ой, ну 140. Ой, как... Тот, кто носит это украшение или не украшение, как... В общем, как я уже сказала, вышли на прогулку и свернули на шопинг. Сколько вот такой без костей, вообще простенький. Я люблю такие простенькие. Ну-ка. Стоят, наверное, тоже не простенько. Ого, 110. 110. Ой, чуть дорого. А смотри, там розовый есть, я уже вижу. Ой, красивый цвет красивый. Какой, да? Я сразу обратила внимание. А боже, какой цвет. Красивый. Ой, 110 тоже. Ой, какой приятный. Ага, вообще, так в боди написано. Ой-ой-ой, да, скажи, слушай, какой прям. Приятный. Ой, а этот тоже. Ну, это вот этот материал. И этот. Красивый, слушай. Ну, 110. Иногда бывают распродажи, но... Ну, вот видишь, как ты сейчас по 19 поймала. Ну, это, то есть нужно скажем... заходить. Смотри, я настаивала, мы да. Зашли. Ну, скажем так, вот такой вот 19 навряд ли будет стоить. Или галимого цвета какого-то будет. Навряд ли. Ну, про сережки свои покажи. Наташа говорит, ты мои сережки. Да. Показала. Вот такие, такая бижутерия в Ловице показывали уже этот магазин мы. Да, это мы зашли. Бывали Димоли. Три штуки. Три на 59 было. На 49. На 49. То есть три штуки купили за 49. Ой, так повезло. Да, тоже можно заходить сюда, смотреть распродажи. Но опять-таки, если ты турист, если ты не спешишь. Посмотри, у нас есть красиво. Время, мы живем здесь. Если бы турист, не знаю, мы что бы мы брали. Красиво. А какой красивый. 85, кстати, еще. Красиво. Самый такой здесь. Можно сказать, нейтральный. Что вам еще показать? Ну, наверное, показать все-таки Абу-Даби немножко. Да, идем к кассе. Это что у нас такое за 110? Это этот. Ой, забыла, так хотела сказать быстро. Клатч такой дорожный, да? Это не клатч, как он называется? Ой, ну напишите, пожалуйста. А этот можно брать как клатч. Симпатично. Вот тут чудеса в Mark & Spencer не закачивают. Забыла. Я тоже забыла.
классно так прилепил. Угу. А он должен быть написан. Это можешь не снимать, я сама для себя потом. Ой, боже мой. Ну, Cosmetics Bag, но он как-то так называется еще. Это не Cosmetics. Классно, повесил так. Да. А, вот. Я с покупочкой, с подарочком. Все, уже Наташа уже довольна. Вот такой очень, у нас очень. Сегодня шопинг-прогулка. Видите, и идем дальше мы. Идем дальше. Я уже боюсь, что будет, пока мы в Оливах Думол зайдем. Да нет, так что все, идемте с нами гулять по ночному Абу-Даби.